Сейчас к событиям в мире. Обвал шахты произошел на севере Турции. К этому часу известно об одном погибшем. Еще шестеро пострадали. По данным местных СМИ, в момент обрушения под землей находились около 300 горняков. Их удалось эвакуировать прибывшим на место спасателям. Всего на проведение поисковых работ в регион направили больше 75 специалистов. ЧП произошло на шахте в районе Эрегли в провинции Зонгулдак. Начато расследование.